Всем привет! Наконец-то у меня есть свободное время. Я, как и обещала, сделаю ревью и демонстрацию на вот такой вот продукт интересный. Color On Professional I Envy. Это переводные тени для век. То есть это такие вот маленькие картоночки с гелевыми тенями. То есть вот этот вот... Вот эта вот часть, да, сам рисунок, он гелевый. И в комплекте есть вот такая вот пудра силиконовая и маленькая кисточка. Кисточка выглядит вот так, довольно-таки низкокачественная, но очень мягкая такая дешевенькая кисть. И вот так выглядит пудра. Gel Set Powder No. 1 написано, USA на упаковочке. Просто такая вот пудра, похожая на муку. Производитель обещает, что это все у нас с вами ровно ляжет на веко, будет хорошо смотреться, эффектно, и после закрепления пудрой станет водостойким и будет хорошо держаться. Сейчас попробую вам показать, но предварительно потренируюсь на первом глазу. Вот вы можете видеть результат первой стороны, которую я сделала. Собственно, выбрала самый авангардный, сложный такой дизайн для того, чтобы по полной проверить возможности данного продукта. И что я вам хочу сказать. Когда мы вот отклеиваем наш стикер, который будет потом переноситься на наши глаза, на вот этой вот пленочке, остается точно такой же рисунок и то же количество краски. Поэтому я считаю, что на самом деле они не одноразовые, и что можно использовать несколько раз. Вот, например, я попробовала на руке несколько минут назад, и хочу вам сказать, что консистенция гелевая, то есть они абсолютно гелевые. Там, конечно, написано, что можно их растушевать, но вот такие рисунки растушевывать на самом деле очень сложно, потому что рисунок весь смазывается. Если у вас не такой авангардный, а именно такой классический дневной или вечерний вариант, то их вполне можно подтушевать, они очень легко тушуются. Причем вот этот гель, если его не запудрить, он совершенно не как бы фиксируется. То есть он остается таким подвижным. 5 минут назад я перенесла себе на руку вот эту вот штуку, и она по-прежнему вся тянется и растушевывается. То есть без запудривания вот этим специальным средством они держаться не будут. Но как минимум могу вам сказать, что вот хотя бы еще один раз одну и ту же наклейку можно использовать вполне. Вот вы видите с одной стороны, сколько раз я перенесла себе на руку этот рисунок, хотя бы 3 практически идеальных вы получите, то есть таких интенсивных, и 2 уже у меня таких бледненьких получилось. Я уже на 100% уверена, что, конечно, получится ровный рисунок, такой блестящий гелевый, но также я уверена в том, что симметрично у меня это не получится. Ну, посмотрим. Значит, прикладываем к веку, прилепляем эту наклейку и разглаживаем. Фактически переносим вот этот вот рисунок, как если вы пробовали... Переводные татуировки. Примерно та же система. И стараемся не перенести на нижние. Перенесли мы нашу наклеечку и снимаем. Вот, собственно, что у нас получилось. Ну, скажу я вам, не очень симметрично. И вот эта сторона мне нравится намного больше. Если что-то у нас не так, это можно пока подправить. Низ, наверное, трогать не буду. Соответственно, вы можете видеть, что вот здесь я расположила наклейку намного лучше, и правильная такая форма теней, в принципе, как они должны быть. На первом глазу у меня это все немножко сместилось, форма получилась неудачная. Здесь уже можно не бояться, что вот это все смажется. Я уже пробовала закрывать, открывать глаза. Никак это не портит рисунок. Можно походить в таком виде минут 5, побегать, никак не испортится наш макияж. И самое главное, запудрить это все дело нашей фиксирующей пудрой. Иначе это не будет держаться. Вот такой вот результат, если не растушевывать тени сразу после нанесения. То есть приложить их, перевести, зафиксировать. Также можно было растушевать вот эту границу. Тогда мы бы получили более такой носибельный результат. Но мне для целей
показа для вас это было не очень нужно. Результат получился у нас с этими наклейками. Это набор Nature's Glory Kit, состоящий из 5 наклеек. Вот одни на мне. Значит, вот эти вот с перьями, которые на упаковке указаны. Это у нас Fly Away. Также Fun Dancer, танцующий с веерами. Nocturnal. И те, которые на мне и такие же с голубым, вместо зеленого, это Fairy Hot, In Green и In Blue, вот эти вот, которые я не использовала. Ну, на самом деле, думаю, что очень легко наносятся эти аппликаторы, очень легко их перевести, очень быстро. Из минусов то, что, конечно, сложно попасть в одинаковую форму. Вы видите у меня, что они немножко вот под таким углом, то есть не совсем правильно нанесены. Это требует опыта, конечно. Может быть, как-то можно приспособиться и уже научиться правильно их накладывать. Но с такими стандартными макияжами, как Smokey Eye, когда вот на стикере именно Smokey Eye, не такой сложный рисунок. Мне кажется, все это проще, потому что там можно подрастушевать края, а у меня их особо подрастушевать было нельзя. Ну, вот такой вот мой результат. Значит, наборы бывают разного состава. Некоторые рисунки повторяются. Есть и по 4, по-моему, даже 3 пары стикеров, есть по 5, то есть стоимость варьируется от количества стикеров. Ну, в интернете я их искала примерно по где-то 700 рублей идут с 3 парами и до там 1300 с 5 парами. То есть вот в этом диапазоне можно приобрести вот эту вот пудру. Я уверена, что ее можно использовать для закрепления любых других кремовых теней, потому что здесь вот именно такая кремовая гелевая сырая фактура, и вот эта вот пудра очень надежно их фиксирует на месте, и с этого момента они вот трусильно, ничего с ними не происходит и даже особо не переводятся они, то есть фиксируют намертво. Это пудра. Значит, по смыванию. Скажу я вам, сложно очень смыть данный продукт. Практически необходимо средство для снятия водостойкого макияжа какими-то обычными мыльцами, пенками смыть очень трудно. Если вам что-то интересно, если я забыла про что-то рассказать, спрашивайте, пожалуйста, внизу. И вот сейчас я где-то примерно около часа их носила. И буду проверять, как это все дело будет держаться. Именно в том плане, что производитель обещает, что эти тени водостойкие. Насчет стойкости в течение дня я не сомневаюсь, потому что они даже не переносятся особо на пальцы. И очень надежно зафиксированы. Мне кажется, что никакого скатывания тут вообще быть не может. Мне кажется, они просто вечные, их потом очень сложно смыть. Ну и попробую сейчас, уже налила в бутылочку воды. Буду пробовать, значит, намочить все это дело и узнать, водостойкие ли они. Собственно, наверное, моя тушь начнет течь раньше. Ну, почти не размазываются. Но все-таки немного есть. Попробуем добавить еще воды. Ну, в общем-то, никуда они сильно не деваются. Только чуточку-чуточку размазываются. Я подождала еще несколько минут, пока высохнут мои намоченные веки. И могу вам сказать, что можно купаться с ними абсолютно, ничего страшного не случится, это все не расплывется. Особенно если не тереть, гарантирую вам, что это все выдержит наверняка и жару, и купание в бассейне, купание в море, в речке, в чем угодно. Вот где-то на 98% они водостойкие. То есть, конечно,
потереть и немного сместить их можно в мокром состоянии, но когда они полностью высохнут после этого, они уже снова становятся абсолютно стойкими. Так что вот такой вот отчетик. Всем спасибо за просмотр. Пока!